Подозреваемые с целью оказания интимных услуг приехали по вызову клиентов в одну из гостиниц Ленинского района. За один час работы девушки получали от ценителей экзотики по 2000 рублей. После задержания представительницы древнейшей профессии вели себя довольно вызывающе. Дошло даже до танцев и исполнения песен. Чуть позже девушки потребовали переводчика, однако после приезда соответствующего специалиста вдруг заговорили на русском языке. Причиной, побудившей иностранок отказаться от услуг переводчика, по их же словам, стало предельно корректное отношение к ним со стороны сотрудников полиции, а также довольно неплохой уровень владения английским языком оперативников уголовного розыска. Как было установлено, изначально девушки приехали в Саратов несколько месяцев назад постигать премудрости совершенно иной уважаемой и жизненно необходимой профессии. Но, по их словам, тяжелые материальные обстоятельства вынудили подруг найти дополнительный источник заработка. Прекрасно понимая, что их род деятельности вне закона, жрицы любви работали на свой страх и риск. В настоящее время в отношении трех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о выдворении иностранок за пределы Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.